Задержаны трое, обокравших Свято-Веденский собор. Ранее сообщалось, что 14 августа из собора украли денежные средства в размере 75 миллионов тенге, 48 тысяч евро, более миллиона российских рублей и 2000 долларов. Подозреваемые в ходе следствия дали признательные показания. На сегодняшний день они находятся в изоляторе следственного содержания. 14 августа текущего года в дежурную часть юго-восточного отдела полиции поступило заявление от настоятеля Свято-Веденского собора. Собора украли не только приличную сумму денег, также предметы религиозного культа. Общая сумма составила более 89 миллионов тенге. По данному факту в отношении Ежова, Алимского и Зайчикова возбуждено уголовное дело. Вину они признают, и еще у них были изъяты денежные средства на сумму 41 миллионов тенге, рассказывают сотрудники финансовой полиции. По факту кражи денежных средств в трех валютах на общую сумму 89 миллионов тенге. По данному факту юго-восточным отделом полиции возбуждено уголовное дело и задержаны трое подозреваемых. Данное уголовное дело 27 ноября этого года для дальнейшего расследования направлено в финансовую полицию. Возбуждено уголовное дело, проводится расследование. Иная информация в интересах следствия не разглашается.